Добрый день, меня зовут Сергей. Данная информация посвящена непосредственно подписчикам моего канала 1Серж23. Это информация о том, что сейчас будет нового на канале и какие он немножко претерпит изменения. Как вы все прекрасно знаете, основная тема канала — это ремонт катеров, лодок и всего остального. Все материалы и все остальные расходные материалы, тенты и основное направление, в принципе, вот это. Помимо этого будут еще дополнительный ряд материалов, которые вообще не будут иметь никакого отношения к лодкам. Это первая тема. Теперь первый момент. Теперь второй момент. Что будет сделано? То есть канал достаточно разросся. На нем достаточно большое количество информации. И мне постоянно люди пишут на почту с вопросом, где найти ту или иную информацию. Поэтому здесь будут введены плейлисты. И я постараюсь, допустим, все, что относится к гелькоуту, к стеклопластику и ко всем остальным делам, закинуть туда, в плейлист, чтобы было вам же проще искать и находить ту именно тему, которая вам нужна. Это второй момент. Третий момент. На видео, ко всем видео я отключил комментарии. Причина прозаически проста. Здесь надо решить для себя, просто был один такой момент. Либо, допустим, постоянно находиться на канале, постоянно заниматься тем, что следить и переписываться через комментарии со зрителями и подписчиками. Либо оставить одну электронную почту и, в принципе, этот, как его называется, вести переписку исключительно по ней. Я пришел к решению, принял решение о том, что вести переписку я буду непосредственно через электронную почту. Потому что через комментарии стало делать это достаточно сложно. Через комментарии имеется в виду к видео. По той простой причине, что переписка начала, ну, как еще раз говорю, роликов выложено много, народу смотрит ролики много, вопросов задают много, и просто у меня нет физически времени на то, чтобы на все, на полностью на них ответить. То есть, поэтому я решил пускать это все мероприятие на самотек. У меня никакого желания нет, а делать это, ну, скажем так, постоянно следить за каналом, постоянно следить за всеми комментариями, читать, переписываться, то есть и все остальное, просто на это, ну, тупо нет времени, потому что, ну, просто его нету, то есть очень много дел, очень много работы, и поэтому просто некогда этим заниматься. Ну а поскольку, говорю еще раз, я не хочу запускать все на самотек, поэтому я решил просто комментарии отключить. Поэтому, если у вас возникли какие-то вопросы по ремонту катеров, по каким-то материалам, еще по каким-то, ну, любые вопросы, которые возникают по тематике моего канала, поэтому делаем просто почта 1serge23@mail.ru. На почту я отвечаю 100% всем, кто мне пишет. Теперь. Поскольку достаточно много мне задают вопросов по почте, я решил сделать следующую штуку. То есть я буду вести сейчас, начну вести сейчас такую тему, как ответы на вопросы. Ответы на вопросы будут, соответственно, размещены в плейлистах, будут по той или иной конкретной тематике, которая, допустим, ну, на какую, по которой нужно непосредственно дать ответ на вопрос, который задают наиболее часто. Поскольку вопросы задаются все в основном типовые, я постараюсь сделать такую штуку, то есть будет, ну, то есть отвечать кратко, то есть каждый вопрос — это будет отдельная тема ролика. Таких роликов будет очень много, поскольку чисто по роликам, ну, чисто по теме, например, практическое применение полиэфирных материалов и гелькоутов при ремонте катеров, но вот у меня сейчас уже набралось порядка где-то 30 вопросов, то есть это, соответственно, 30 роликов. Вопросы задаются постоянно, и на вопросы я буду на эти вот таким макаром отвечать. То есть это, ну, я считаю, что самый простой вариант как для меня, так и для зрителя. То есть, тем более я говорю, что вопросы возникают практически очень однотипные. То есть, например, у человека возникла какая-то проблема, у него что-то не получается, он спрашивает. Вероятность того, что где-то в другом месте возникла такая же проблема и то же самое не получается, достаточно высока. То есть, и как максимально, ну вот, например, чтобы не заниматься перепиской, ну, скажем, и меньше задавать вопрос, меньше тратить времени на переписку, скажем, я решил сделать такую штуку. То есть я буду
выписал все для себя основные вопросы по основным темам и буду на них просто отвечать. Еще раз говорю, каждый ответ и вопрос это будет тема отдельного ролика. Я постараюсь отвечать достаточно широко, простым языком, то есть не вдаваясь в глубокую терминологию, не вдаваясь в химию, например, как это касается, например, в полиэфирных смолах, глиководах и всем остальном. Так, чтобы информацией мог пользоваться неподготовленный зритель в первую голову. То есть, что не нужно быть, чтобы для того, чтобы разобраться в данной теме, не нужно иметь какое-то дополнительное образование и еще что-то, допустим, делать. То есть, ну, вот эти вот основные аспекты, которые я хочу адресовать своим в первую голову подписчикам, ну и вновь зрителям, которые приходят ко мне на канал. Все. Спасибо за внимание. Еще раз говорю, все любые вопросы, которые ко мне возникают, пишите на почту. Почта 1serge23@mail.ru. Я обязательно всем отвечу. Спасибо за внимание. До свидания.